Это за тобой. А? Это за тобой, говорю. Ты что, видео снимаешь опять? Нет, видишь, не за мной, ты ошибся. Побежали, пока они меня не узнали. Ну, с ума вдвоем не сходят по одному. А, селфи нету. О. Да, вы вернулись из Сочи. Там снег, а там тоже снег есть. Да. Ну там из пушек. Ну и в горах. Это мы привезли снег, похоже. Вчера-то не было столько снега. Вчера вообще мы доехали на такси за 500 рублей. Из аэропорта Внуково в Головинский район, представляете? За 500 рублей. О, наверное, даже в 90-е не было. А мы доехали. Uber за привлечение клиента платит по 500 рублей. Итого 500 плюс 500 – 1000. Можно было вообще бесплатно, да, доехать? Как? Бесплатно? Нет. А, ну смотри, мы... Зато я тебе, кстати, код, который ты мне прислал, могу использовать для... А, получение еще скидки? Да. 300 рублей там высветилось. Ну, то есть по Москве поехать, блядь, за 700, да? Ну, то есть на каждую симку можно один раз ездить. А у нас их... У меня 4 симки. Угу. А, еще 5-й планшет тоже. Ну, а что, приходишь, берешь симку, платишь 100 рублей, на счету 100 рублей. Берешь такси, экономишь 500 рублей. Кстати, вот в Сочи мы заплатили 50 рублей за симку лишнюю. Ну, я просто здесь всегда. Надо сегодня заблокировать.